Что-то. Ну и что? Окунуться? Не-не-не, ходить столько. Ну дойдем давай. Посадим батарейку. Да зачем? Если... Вон здесь закончится, вон все здесь закончится. Да пойдем вон туда сходим. Там мы далеко идти. Ну потом вернемся по вот этому. Не по пляжу уже, а по дороге. Вон уже не видно, откуда ничего. Ну это теперь наш пес. Ну, смотри, он идет с нами. Не, давай по карте посмотрим. Ну пойдем до туда, дойдем. Ну сюда, приди еще. Давай посмотрим, просто мне просто интересно по карте кину. Не выключай камеру. Тут смотреть. Может кому-то интересно просто включить и кушать. А? Интересно. Хватит времени. А кто-то наоборот смотрит, кто кушает, а он смотрит где. Арамболь. Еще почти половину пошли. Где? Он морщит. Можно. Я вообще не вижу, ты видишь что-то? А, у меня же очки одеты. Да. Вот рамболь. Вот этот. Мандрин. Сейчас мы под мандрином. Ну-ка. А мы откуда? За рамболи. А, то есть он сейчас закончится? Почему закончится? Пляж. А там, наверное, что-нибудь есть? Переход какой-то. Нет. Ну, пойдем. Ничего, не надо, нет. Почему? Ну потому что не подумал. Зачем? Ты же потом ноги помоешь. Ноги помоешь. А? Уже дома ты ноги помоешь. Ну а что ты боишься, через кожу что-то пройдет? А? Не надо, просто бежать. Значит, на мопеде 3 минуты. А вот сейчас мы в Мандрине, да? Да. А где же тогда река, через которую мост? Или это вглубь материка? Можно глоточек?
Оставить или чуть? Ну вот здесь по мелководью, да. Никит, по мелководью. Теплая. Ну что, все, прошли акклиматизацию. Теперь можно искупаться. Не берем так, блин. Там? Я помню, сейчас, наверное, будет. Там искали. Там около моря. Горячий воздух.